Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей. И как я и обещал, мы будем сейчас проходить задание королевы Виктории в Assassin's Creed Syndicate. Весь сюжет мы уже прошли. Ух ты, 10 уровень рекомендуется. Серьезные, наверное, миссии будут. Так, цепи тут недалеко. Сейчас мы быстренько добежим. И посмотрим, чего там от нас хотят. Через забор проще будет перелезть. Эп, прям точно на ту крышу. Да ё-моё. Чё-то как-то проблема добраться туда. Приветствую вас, друзья мои. Мое почтение. Похоже, что после смерти Кроуфорда Старика одно секретное общество занялось поисками нового лидера. Группа наглецов намеревается захватить власть в Лондоне. Вы боитесь за свою жизнь, мэм? Нет. Я боюсь, что могут пострадать жители великого города. И я прошу вас разрушить планы предателей. Рассчитывайте на нас. Детали вам объяснит наш помощник на пристани. Отправляйтесь туда немедленно. Отлично, отправляемся. Сейчас только загрузится и сразу отправимся. Так, а тут что, кто-то есть, нет? Не, никого, просто бежим. Оп, и мы на месте, какой-то Флеминг. Я Альфред такой? Флеминг, глава секретной службы королевы. Первым делом нам нужно убрать отсюда все, что может их насторожить. Например, полицейский экипаж. Уберите его. Ну, сейчас, подожди, что ты кипишуешь? Вперед! Так и надо. Спокойно. Вот так. Так, доберитесь до Флеминга. Так, идем назад. Так, во-первых, давайте купим что-нибудь. Все, восполним. Спасибо. Так, а давайте мы улучшим... А, сейчас, подождите, изготовим, что мы можем. Улучшение. Найдите чертеж, то есть это где-то, наверное, эти чертежи надо искать, может, в сундуках. Банду улучшить. Так, это что такое у нас? Грачей? Да не, не хочу. Так, это у нас экипажи для грачей покупать. А это что?
5 экипажей. Так, смотри, что дальше просто будет. Так. Так, нет. Давайте, наверное, вот это вот купим. Боеприпасы подешевше будем брать. Вот это будем на этом экономить. Так, освоить дерзкое. Так, давайте взятки все стоят. Давайте. Так, это мы не можем сейчас сделать. Вот это можем сделать. Кражу Эля. Просто деньги есть, что хранить-то их. Будем тратить все, что можно. Рост доходов. Что там, 7 тысяч у нас? Что тут не можем взять? Так, а это тоже не можем. Это... Так, нет. О, а, чего-то не хватает у нас. Ну ладно, пока, наверное, на этом мы остановимся. Так, тут вот сундучок я вижу. Здесь все, что нужно, чтобы выжить на улице. Что-то у меня геймпад что-то отходит. Лучше что за в Лондоне покупайте. Что за... Почему он что-то это подтупливает? Так, а где сундук? А, помнится, это я его уже тут искал, так и не нашел. Может, что-то реально не понять, где он. А где он? То есть показано, что он вот здесь. Но его тут я в упор не вижу. Этот хренов сундук. Ну да ладно. Отлично. Дальше. Мои агенты переодеты в горожан. Расположите их на позициях для засады. На подходе корабль из Бостона. Груз «Динамит». Команда «Тамплиеры». Хотите поприветствовать их облавой? Надо. Так надо. Так, чудес, защитите область. У нас есть работа. Есть новости. Мы сейчас своих наймем, да и все. Иди за мной. Хорошо. Ну, пусть прибывает. Чё я? А, то есть корабль прибыл. Сейчас будет какая-то бойня, видать. Ну я не знаю, Иви-то у нас до 10 уровня прокачана. Грачи-то тоже у нас не лошары. Да, убийство с воздуха, использую экран. Да что ты... Блядь, геймпад этот... Что за проблема-то такая стала? Все ж ништяк работало. Так, все? Каждому по заслугам. Обыщем, что там у нас... Отлично. Надеюсь, было больно. Так, ладно, в принципе, нам ничего не надо. Одно лекарство только потратили. Мы закончили. Вот их главарь. Доставьте его ко мне в участок. Живым. Хорошо, бегу. Ох ты, скотина, нихера он ускорился. Да чё ты встала-то, ё-моё, беги. Опа!
Так, да мне-то просто назад надо. Не хочешь поведать мне план? Иди к черту! Ну-ну. Старик, может, и погиб, но орден тамплиеров не умрет. Мы восстанем из пепла, как феникс, и поставим мир на колени. Ну да. Вперед, удачи. Спасибо. Дальше я сам. Все, не вопрос, мои мужик. Люди сейчас выгружают взрывчатку. Прекрасная работа. Я поговорю с нашим высоким гостем. Узнаю, что они с дружками замыслили. Сообщите, если что расскажет. Конечно. Отличное выполнение миссии. Так, смотрим, где у нас еще что тут. Ой, что так далеко-то? Лучше переместиться. Да, переместимся поближе. Что там у нас? Если я не ошибаюсь, по-моему, 4 задания должно быть у нас от королевы Виктории. Одно из них мы выполнили. С той стороны-то, конечно, не стой. Блин, зря спрыгнул. А, хотя можно отбежать, да, наверное. Какого черта? А? Так, стоп, а наверх лестница где? Это, наверное. А, точно, вот она. Операция «Локомотив». Мистер Флеминг попытался выжать признание из преступника, но тот отказался говорить. «Выведайте секреты у злодея». Хорошо. Да, Ваше Величество. Чего ты смотришь так на меня? Просто толкнул чуть-чуть. Смотрите, какой нервный я. Залазь. Так, давай, что там, почти добрались. Сразитесь с предводителем тамплиеров, а где с ним сражаться-то? Что-то непонятно, а при чем-то операция поезд? На поезде, что ли, будем сражаться? Сейчас доберемся и разберемся. Давай, 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 давай. Thank you.
поезде. Стоп, 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 ты куда? Это было глупо! Мне правда нужно измордовать тебя хорошенько? Или просто поговорим? Да можно. Нам приказали загрузить динамит на поезд в Вестминстере и взорвать вокзал Саут-Уарк. Помешались вы на динамите. Понял, я побежал. Какой поезд? А. Следующий поезд! Он отправляется! Все понял. Успеете? Вот при чем тут поезд. Так, давай, давай, давай. Сколько там осталось? 110 метров. Давай, Ильи, не подвиги. Опа. Так, что-то как-то непонятненько немножко. Подожди, а куда он? Как его догнать-то? Нереально. Не, сейчас это уже нереально, это факт. Тут как бы можно даже не это, не суетиться, потому что это невозможно будет сейчас его догнать. Он просто удаляется и все. И причем. Через мост. Не, это не вариант. Так, а как тогда? А тут уже ладно, можно не бежать, даже все равно переигрывать. Так, а интересное кинцо. Нужно измордовать тебя хорошенько. Или просто поговорим. Чё, опять тебе что ли бить? Я не понял. Нам приказали загрузить динамит на поезд в Вестминстере и взорвать вокзал Саут-Уарк. Помешались вы на динамите. Какой поезд? Следующий поезд. Он отправляется. Вы не успеете. Как-то попробовать вот так вот. Бежать. Блять, он уже... Да давай! Да блин, а как на него успеть? Я что-то не понимаю.
Ну я опять просто не успел, подождите. Ну и где он? Да я Синпень, я не успел. А как на него успеть? Это ж невозможно. Пробовать на карете? Да угоняй! С дороги! Ну! Давай! Быстрее! Да блин, и так невозможно. Давай. Ну, только так попытаться. Ну, только так пытаться, потому что иначе никак. И только так перехватывать. Больше я вариантов не вижу. Потому что по крышам его, по-моему, нереально туда добраться. Нужно измордовать тебя хорошенько. Или просто поговорим. Да можно. Нам приказали загрузить динамит на поезд Вестминстер и взорвать вокзал Саутуа. Помешались вы на динамите. Да давай, садись. Какой поезд? Следующий поезд. Он отправляется. Вперед! С дороги! Вперед! Быстрее! Уйди нахрен. Прыгнула быстро. Да залезь! Быстро, пошла. Хера себе, за это время еще и туда добраться. Ну это что-то вообще как-то... Охереть, как интересно. Девчонка из грачей! Чужие! Заперто. Я отцеплю остальные вагоны. Давай, отцепляй нафиг. Ну прыгни! Да прыгни же ты! Сука, дура, прыгни! Что за управление? Хорошо, где у нас следующее задание? Охереть, управление какое-то нервное, блядь, она не прыгает и все.
Так, давайте сейчас, прежде чем слазить, отметочку поставим. Вот сюда мне нужно. Блин, 200 метров. Реально, кое-где тут управление выпешивает немножко. Ей жмешь, блядь, спрыгни что-нибудь, либо залезть, стоит, тупит. Так, давай, побежали, все, почти добежали. Наш незабвенный муж обожал эти сады. Он называл их тихой гавань. Так, найти предводителя тамплиеров. Мы ж какому-то там предводителю морду набили уже. Сундук. Так, а мы теперь же что-то можем? О, можешь изготовить. Нет, все равно не можем. А, не хватает. Ладно, подкопим чуточку. Так, а тут вот еще два сундучка. Мы их сейчас откроем, может, нам теперь и хватит. Теперь должно хватить. Чего это не хватает? Золотой обсидиан. Что это такое золотой обсидиан? Да и хер с ним, банду улучшим. Что тут у нас есть? И вот эту штуку улучшим. Вот это еще можно, да, да, тоже сделаем. Это тоже можем. Давайте. Это не можем, денег не хватает. Хорошо, потом выполним. Деньги подкопим за задание. Так, где он? Да подожди, наверх, наверх мне нужно. Дальше теперь. А, так вон карета уходит. Так бы сразу и сказали. Куда-то уходит. Давай, пошла. Совсем скоро ты встретишься с другими заговорщиками. Взрывчатка готова? Все вот тут, в повозке. Ты чего так долго? Просто небольшая задержка. На облаву нарвался? Заткни вонючую пасть. Я вперед на разведку местности. Загрузите взрывчатку в схрон и ждите сигнала. Да, сэр. В
Вокруг слишком много горожан. Надо увести динамит подальше, а потом в погоню. Хорошо. Да, тут Шао Бяо мы тоже не выпускаем, так ладно. Ну, лезь, не, да лезь. А, там крыша. Ладно. Так, экипаж угнать. Ну, сейчас угоним. Чё, проблемка, что ли? Есть. Раз не получится взорвать здание, взорвем хотя бы ассасина. Ой-ой-ой. Давай! С дороги! Ну, 700 метров. Я-то думал, давай! Что-то меньше, а тут 700 целых. Быстрее! Но! Вперед! С дороги! Блин, успеем, не успеем. Это что такое? Быстрее! Но! Вперед! Быстрее! Нахрен, нахрен! Вперед! Да пошел вон! Ты че, падла? Быстро! Поскакала! Вот так! Вперед! С дороги! Быстрее! Но! Вперед! Офигеть, тут просто толпы! Давай! Быстрее! С дороги! Суки! Давай! По-моему, я не успею. Твари, блин, чуть-чуть! Если бы эти уроды вы не прицепились, спокойно бы успел. В принципе, это как бы не проблема проскакать, просто на мосту очень много народу. 50 метров осталось, 50 метров, я даже успел, если бы меня просто не бортанули бы. Сволочи хреновы. Ну давай, что ты так долго загружаешься? Вокруг слишком много горожан. Надо увести динамит подальше, а потом в погоню. О, мать вашу. Ты не уйдешь на своих ногах! Раз не получится взорвать здание, взорвем хотя бы ассасина. Давай, все, погнали. Но! Вперед! Постой. Ну, давай. Тише. Быстрее! С дороги! Давай! Но! Быстрее! Вперед! С дороги! Блин, вот это вот что такое? Не объедешь же никак. А, нет, вам можно быстрее! Было объехать. Давай! Да уйдите же вы с дороги, да ё-моё! Давай! Почти. С дороги!
Здесь столько всего интересного. Пронесло. Надо кончать с этими выскочками. И быстро. Давай! Это у тебя лицо или... Простите, что? Вы ничто! Ой. Вы еще пристали здесь. Отлично, за 80 секунд даже. Дай-ка, что у нас? Скорее всего, осталось последнее задание от королевы Виктории. Где она? Переместимся. Сразу. А, она где-то опять у себя, видимо, да? Че, метка пропала? Так, стоп, почему метка-то пропала? Ну что там? Последнее задание какое там у тебя? Последние наглецы решились на отчаянный жест. Они проникли в здание парламента и хотят взорвать там весь динамит, что у них Всё, остался. Все, понял, я пошел. Найдите. Какой-то там тайный агент. Сейчас найдем, короче, разберется будем опять. Так, тихо. Выход не здесь, выход вот здесь. Блин, 700 метров. Стоп, а кареты нету? Так, мне в ту сторону надо, так что сейчас что-нибудь... А, вот стоит прям. Ну, поскакали быстренько. Давай! Вперед! Давай! Быстрее! Ну, тихо. Тише, по тормозам. Молодец. Никого на крышах вроде нету. Так, а проникнуть туда как я могу? Хрен
его знает, сейчас как-нибудь найдем. Множество врагов во дворце. Все вооружены. Хуже того, премьер-министр пропал без вести. Разделайтесь с тамплиерами. Первый в ближайшем коридоре. Хорошо. Рядом с ним гражданский. У него с собой взрывчатка. Застаньте его врасплох. Выдадите себя. Он подорвет заряд. Let me live. I've got old mama needs to take care of. Please. I won't speak a word of what happened here. Let me go. Тамплиер должен убить себя вместо невинных людей. Можно только вот этим вот способом сделать. Браво! Но это не последний бомбист. Нужно устранить всех быстро и тихо. Так. Так, 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 так. А как заставить, чтобы он убил себя, а не мирных? То есть, только вариант вывести его куда-то в сторону, чтобы он нас спалил, да, вот так. Да хотя пофиг, как получится, если что, просто перережем их потихонечку и все. Буду я еще тут заморачиваться. Браво! Но это не последний бомбист. Нужно устранить всех быстро и тихо. Someone's gonna get quite the fright. Есть. Так, а почему мне еще показывает еще троих, а вижу я только двоих. Don't worry, dear. It's horrible. Откуда она тут? Так, этот готов. Another route would be better, I think. Так, а где еще один? А нету больше. Как нету, не может быть. Это должен быть еще один. Так, он что, внутри здания или я не понял? Так, похоже, он внутри. На первом этаже. Так, и здесь я где-то смогу зайти. Нет, надо назад.
Ев. А, вот тут может быть. Так, подожди, не надо мне его защитить. Брось его нафиг. Держите его, не дайте сбежать. Не подходи! Опять убегает, вот толку убегать от меня. Ну и... Господин премьер-министр, нужно я вас вызволю. Нужно обезвредить бомбы! Убейте этого безумца! Чё, не понял? Даже... А куда целиться-то? Чё-то я вообще не понял. Ну что, что за глюк? РТ для выстрела. А кого убить? В смысле, она не шевелится у меня. Что-то меня эти глюки вот вообще достали в этой игре. То есть вот реально она просто вот встала, я кручу стики, я кручу вот мышку, да, то есть вот правую кнопку кручу. Вообще никак не реагирует. То есть что делать-то, вообще ничего не понял. Что случилось? Кого убить? Зачем убить? Ни хрена не понял. Будем ждать, пока время сейчас закончится. Закончится время, и то есть начнется все по новой. Я не знаю, что. Ни оружия не могу выбрать, ничего. Капец, что за дурость какая-то в игре. Все-таки да, багов здесь, конечно, куча. Честно говоря, Unity я проходил, когда я уже пропатчили, и такого там не было. Здесь что-то как бы многовато всей этой хрени. Просто раз и встала колищем. Я не удивлюсь, если я не смогу дойти до конца эту миссию. Да, ёлки-палки, обезвредил я заряды. Вот честно, убиваешь время? Чё там, 20 секунд ещё. Кто мёртв? Чё мёртв? Кого убил? Чё случилось? Это чё за трясучка? Чё происходит? Давайте попробуем ещё раз. То старушку мы не могли до дома довести. Зависало. То что-то еще там было. Как бы это я уже не знаю, какой баг, так глюк. Так, откуда ты сейчас загрузишься? Сейчас не удивлюсь, если она не загрузится даже. Нужно обезвредить бомбы! Нормально, загрузился. Все, бегаем, все можем.
займемся сначала первым этажом. Вон вижу. Есть дальше. Давай, давай, давай. Есть, так, и... Так, на крышу как-то мне надо. Выход, выход, выход. Вон, выход. Офигеть. Давай, давай, давай. Так, все. Чего теперь? С Дизраэли поговорить. Убьешься нафиг, не хочу опять так бегать. Спасибо, мисс. Ступайте за мной. Вас обоих ожидаю. Кого обоих-то? Подойдите. Ваше мужество и верность делают нам честь. Вместе мы сможем укрепить империю. Поверьте, мы всегда будем делать все ради безопасности народа. Но при всем уважении, наша философия не позволяет нам помогать расширению империи. Возможно, вы могли бы положить конец имперским стремлениям. Я понимаю, что вы связаны кредо братства, и уважаю вашу позицию. Надеюсь, вы все же не откажете нам и примете эти подарки. Прощайте. И да пребудет с вами благословение Божье. Похоже, торта тебе больше не достанется. Что это все? Да, друзья, мы закончили задание королевы Виктории. Заканчиваем бы нашу серию. И на этом мы полностью завершаем прохождение данной игры. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. А с вами мы увидимся, кстати, еще при прохождении новых игр.